Крупноплодные абрикосы под Красноярск. Внимание. Елена Александровна. Бесценные снимки. Мы с вами в саду Крутовского. Вот. Она к нему имеет отношение. Она аспирант. Ей дали двух помощниц, да. Дипломницу. Она теперь начальник. И она садит мои абрикосы. Вот они, косточки. Спросите, сколько они стоили ей. Да, можно и не спрашивать. Вот. Меня единственное, что поразило, это то, что я понял, дипломница. Так, и засыпано сверху песком. То есть, я понимаю, сверху песок. Песок, он довольно плохо держит влагу. Вот чем-то бы еще прикрыть, что ли? Да. Ну, для нас она учить поздно. Видимо, у нее схожесть получится. Весной надо будет получше поливать. Высыхает очень быстро песок. Так, ну, прислала пару для ознакомления. Я же там не был 10 лет в этом саду под Красноярском. Вот. И я не зря назвал этот сад музейным. То есть не шаг 22 век, а 19 век, видите? Вот. Это фактически музей. Вот. Ну, я к этому отношусь все равно с достоинством, с любовью. Почему? Ну, сегодня я могу морду воротить, а завтра минус 50, и это все, что выживет. Так нет. Так что музей музей, но когда в музее лежит винтовка, ее только почистить, и можно идти в бой. Вот. Так и тут. Может быть, когда-то к этому и вернемся. Вот. Вот еще. Видите, какие косточки. Начали мы с самых крупных. Академик. Бай. Королевский. Поздний Филипп. Что-то не напутали. Вот это на Фаину похож. Ну ладно. Но самое интересное, знаете, в чем? Когда они вырастут, да? Они все гибридные. И гибридные это клоны. Как вегетативные клоны, и они еще и опылялись друг друга. Вот. Ну, косточки выросли крупные. Это говорит о том, что папа у них благородная. Спору нет. А кто-то меня обзывал этим самым каким-то металлургом. Вот такие косточки могут быть от плебеев, а?